Сыр, зачетный, кефир, студенческий, сливки, академические. Продукцию с таким названием производят в Ульяновском аграрном университете. Именно там прошел губернаторский совет по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий. Прежде чем сесть за стол переговоров, главы муниципальных образований с губернатором Сергеем Морозовым посетили умную ферму. На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии создан учебный комплекс для содержания крупного рогатого скота. Наблюдать за животными можно онлайн. Данные о надоях, плодовитости и здоровье животных позволяют увидеть современное цифровое оборудование. Здесь полностью все освоение всех технологий. То есть от начала ухода за животными и вот получение молока. Молоко у нас качественное получается. Жирность молока на сегодняшний день составляет 4,9%. Кроме того, в аграрном университете продолжается оснащение классов по выращиванию рыб. За 4 года здесь появились установки замкнутого водоснабжения, инкубационный цех и УЗИ-аппарат. Мы выращиваем самую быстрорастущую в мире рыбу – африканского клариева сама. Также в нашей лаборатории мы отрабатываем технологии выращивания русского осетра, бестера, белуги, стерлиди. Для студентов такое обучение еще и возможность дополнительного заработка. Ульяновский аграрный – пример успешного развития экономически выгодного сельхозугодия. На базе вуза создана цифровая ферма, которая позволяет всем желающим пройти переподготовку на современном оборудовании. Посмотреть на те возможности, касающиеся животноводства, и постараться включиться уже в новый современный формат развития своих животноводческих ферм, выйти на новые производственные показатели. На совете было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве по подготовке высококвалифицированных специалистов между Ульяновским аграрным университетом и Центром стратегических исследований Ульяновской области. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск.